Ребят, короче, это третья часть. Смотрите вторую часть. Я показываю румтурчик дальше нас. Лифт, я в лифт ничего не поставила, так все в прошлом доме. Вот. Вот такая кухня, но тут надо все заполнить, так скажем. Мне кажется, я не оставлю, потому что этот дом перезаполнится слишком. И все тогда. О, дождик закончился. Тут у нас сидит. Дальше вон такая ванная. Тут таблеточки всякие лежат. Такая у нас ванная. Ну и тут такое зеркальце, на щетка, ну и всякие мои штучки. Дальше. Так, ребята, дальше. Оба. Ой. Ну, Ева, не плачь. Такой бассейн, батутик. Да, радуешься? Вот такой батутик. Ладно. Дальше пройдемте. Это моя комната. О, Амбрелл, привет! Сидала спячки. Амбрелл, тебе надо очки поменять. Ну вот, это кроватка, можно сказать, и Амбреллы, и Эллы. Ну, тут два не помещаются, поэтому вот так. Кстати, ей сейчас спать надо. Дальше давайте пройдемте. Это комната Вики, да, она такая обычненькая, она так захотела. Это для Эллы и комната Алины. А у нас в прошлый раз был этот на особняк, комната Алины такая была, поэтому она захотела такую еще раз, что мы сделали. Мне наша комнатка прям нравится. Она крутая такая, все. Под стиле Леди Гага. Смотри, положительно, вот, короче, так как. Ну, я пока подрыхну.